Книга Исход, глава 19. В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться голоса моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все эти слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Пойди к народу и освяти его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою, скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору». И сошел Моисей с горы к народу, и освятил народ, и они вымыли одежды свои, и сказал народу: «Будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам». На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный. И вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: «Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». И сказал Моисей Господу: «Не может народ взойти на гору Синай, потому что ты предостерег его, сказав: проведи черту вокруг горы и освети ее». И сказал Господь ему: «Пойди, сойди. Потом взойди ты и с тобою Аарон, а священники и народ да не порываются восходить к Господу, чтобы не поразил их». И сошел Моисей к народу и пересказал ему.